Молдове не угрожает военная опасность, и она не является целью войны в регионе. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнес во время совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером, который находится в Бухаресте с официальным визитом. Представители немецкой прессы спросили бухарестского лидера, существует ли опасность войны в Молдове. Ответ был отрицательный. Krieg in der Ukraine sprechen. Wir haben keine konkreten Informationen, dass die Republik Moldawien militärisch konkret bedroht oder ins Auge gefasst worden wäre. Es gab, das wissen wir, in den vergangenen Tagen einige Provokateure in Transnistrien, ohne dass das irgendwelche jetzt praktischen Folgen hatte. Говоря о возможном сближении Молдовы с Североатлантическим альянсом в нынешних сложных региональных обстоятельствах, президент Румынии заявил, что это невозможно, пока наша страна имеет нейтральный статус. Moldawien ist erklärtermaßen ein neutraler Staat. Also von wegen NATO denke ich nicht, dass es zurzeit jetzt irgendwelche besonderen Initiativen gibt. Es gibt gemeinsame Projekte, aber Moldawien ist, wie gesagt, neutral. И ранее Клаус Йоханнес заявлял, что наша страна не является целью в нынешней войне России и Украины. Президент Румынии тогда сослался на информацию спецслужб.